Сергей Лазарев прокомментировал пост в Инстаграм своей коллеги Ани Лорак. Дива анонсировала новую композицию, которую она сейчас записывает, а Лазарев признался, что ждет премьеру. Больше по теме: Ани Лорак не боится испортить фигуру итальянской пастой. Певица поинтересовалась у поклонников, какое у них любимое блюдо. Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждете ее? Написала Лорак под своим селфи, которое она сделала в студии возле микрофона. Она не стала называть точные сроки, когда состоится премьера новой песни. Поклонники в комментариях написали, что с нетерпением ждут новый хит певицы. Лично я очень жду. Грущу, что в этом году у меня до сих пор не появилась любимой песни. Ничего не затронуло, не всколыхнуло. Живу восторгом и воспоминанием от шоу «Дива» с Владикавказа. Каролина, помоги мне своим творчеством почувствовать, что я жива, что не разучилась чувствовать. И спасибо тебе, что ты есть в моей жизни, без твоих песен, моя жизнь была бы неполной. Удачи вам! Уверен, это будет красивая мелодия, с нетерпением уже этой весной хочется напевать новую песню. Когда же уже раскроете эту тайную дату? Написали фанаты под фото. А Лазарев оставил короткий, но эмоциональный комментарий: «Жду, оу». Напомним, что многие поклонники Лорак и Лазарева считают, что у пары может быть роман. Однако, такие домыслы остаются только домыслами, и никаких подтверждений этого нет. Музыканты не скрывают своих дружеских отношений, но не более того.